Здравствуйте, Александр! Вы сегодня выступаете в клубе Nautilus, да? Совершенно верно. И сегодня вы дадите рока в этой дыре, да? Такого легкого рока такого. Я понял, блин. Как ваше здоровье? Я слышал, у вас были некоторые проблемы. Были понос, золотуха, да. Да, но сейчас все отлично, да? Конечно. Ну, отлично. Печень вырезали, блядь. Почки тоже, блядь. У Печенкина вырезали печень. Так что как-то так. Алексей, здравствуйте. Здорово. Вы выступаете сегодня в клубе Nautilus, да? Угу. Дадите рока в этой дыре. Ой, жарко будет. Звук, конечно, здесь, ну, не прокачать, но, наверное, угар будет стоящий, я так думаю, блин. Да, ребята здесь нормально пришли нас поддержать. Уже по... под торс голые ходят. Да. Короче, слымят. Ну, это ж парни из группировки «Адовый мужик» пришли. Те самые, кстати. Пришли поддержать, блин, группу «Монолит», блин. Ну ладно, успешного вам выступления. Спасибо. Леха, болта, здорово. Здорово, здорово, Жека, я очень рад с тобой встретиться. Ты пришел поддержать группу «Монолит»? Если я бы сегодня не пришел, если бы группа «Монолит» здесь не было бы. И ты с собой еще привез кореша. Клёпу, клёпу, блин, клёпа жёг там, это жуть как. Да, ну вот сейчас на «Монолите» он... А почему, а раздеваться будете, как в прошлый раз? Братан, ну, бля, здесь... Они только оделись. Да, здесь какие-то другие немножко принципы, я не знаю. Если бы нам... раздеваться, да? Да. Мы так можем вообще... Алексей, возможно, очки какие-то. Мы опять в Орле. Сегодня в клубе Nautilus. Немножко пошуметь тут у вас, ударить. Понятно. По-серьезному. Ну, скажи мне, Эдик, ты самый, как бы, старший в группе, блин. Вот скажи мне свои жизненные тенденции. Ну, какие мои жизненные тенденции? Не бросать заниматься музыкой. Правильно. Да, рубить по барабанам, как положено. Ну, Сергей, зарубишь. Ты хоть посмотрел там установку? Да, конечно, посмотрел. Установка... Желает лучшего. Пойдет. Все, давайте, удачи вам. Итак, у нас группа «Монолит в бане». «Монолит в бане»! В бане еще ни разу не играли. Вот это вообще охуенная тема. Игра в бане. Игра в бане. В баню, блядь. Игра приехали в баню. В баню поиграть. Ну туда сними. Баня вон там. Вон там, дальше. Сауна, все как, там бассейн, все как положено. Попарились в трусах, вышли, поиграли. А здесь так это, типа, приватная комната, блин. Приватная. Волоковской комфорт. Круто, круто. Там, круто. Блядь, диван в два раза больше. О, какие мозаики. 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 О, братишка, история какая. Посмотри на мой кулак. Да. А ты где так рассек? Представляешь, пошел на юбилей мужику с работы. И мне говорят... А мне там, мы побухали, посидели, в другое заведение заходим, а армяне говорят, ты нацист. Вот это сильно, я говорю, мужики, все нормально. Я говорю, дайте нам выезжать, мы 7 сварщиков, у нас 5 литров водки с собой, салата в 2 пакета, дайте выезжать. Ничего не продавай, знаешь, прям кричит, ничего им не продавай за деньги. Мы садимся тут за стол, сидим такие, отдыхаем. И слышу, нацист, бля. Нацист. Знаешь, вот через вот это нацист все равно я слышу. Пришлось откусить ухо пареньку. И зуб выбить. Чтоб нацистом не обживал. Это было сильно, Жака. Нехуй нацисты не нас тут вещают. Слушай, там подошел ко мне Айк, налил мне 100 водки и говорит, сейчас я распоряжусь, сделаю мясо и тебя позову. Это почему вообще случилось? Ну, что-то ему, видно, в нашем разговоре понравился весь диалог. А я слышал, ты сказал ему Рэмбо, ты Рэмбо. Да. Не, ну я говорю, если хочешь, чтобы я был Рэмбо, я буду Рэмбо сегодня. Он говорит, тогда я сейчас сделаю мясо и подойду. Все мясо во всех заведениях, которые здесь находятся, это он привез. Так что, братан, это не мои слова, это он мне так сказал. Очень хорошее знакомство. Наедине мне так сказал. А вот это яма. Это яма. Ну что, да? Это... Да, уютно. Вот бы, если ты бухал. Ты может там жил. Стоп мясо, несите сюда. Плавал. Поднос, смотри, плавал. На подносе стоп.
А там что? Там дверь какая-то. Запасной выход. Куда вы лезете? Выход на сцену там, блин. На кухню. Выход на сцену. Все просто. Да. Пошел пожрал. Здесь прикольно. Душ, да? Душ. Не, на Волховской по улице. Душ там, тут. На Волховской по улице. Ну, да. Что? Не, а то, как на Болховскую едешь. А в Парилу что, не хочешь, Саш, загляни, что там у вас в Парилу. Посиди. Не надо, ничего не включай. Пусть пусть. Автоматы спиздили. Меня удивляет, что людям хозяевам вообще все равно, что происходит. Походу. Это не я. Аренда, по-любому. Алло, как булавка. Пошли. Хочу как булавка. Мне когда-то поразил, что в косухе выходил. Хочу как он быть. Хорошо. Ты мне булавка, крутой чувак. Там еще вот ту дверку на зайти, там Айк нас ждет с мясом. Да, ты после выступления, да. Нам вот сюда же. Да, пойдем. Фигуру, пойдем. Я же сказал. Айк. Айк. Я пойду по Париж. Вы фотоаппарат не потеряли? Да, я его под куртку под свою повесил. Потом отдай, Жек. Хорошо. О, Саша, брат! Здорово, Паша, я рад тебя видеть! We'll be right back.
Итак, Игорь у нас любитель грайна, горграйн. Горграйн, да, и прочая всякая ересь. Ну как у вас впечатление? Как публика? Все хорошо. Все замечательно, публика хорошая, звук достойный, все нормально. Да, было очень мощно. Было круто, да. Как ни странно, без голых людей на сцене, это, блядь, прям вообще нонсенс. Получил у меня... Блять, балда, почему ты голый не скакал? Я сегодня попросил. Эх ты, подвел пацану. Алексей, у вас опять странные очки. Спалили. Что с вами? Блин, хотел быть задним фоном. После выступления глаза перевернулся. Получится, скотина. Твое здоровье, Жека. Твоей семье здоровье. Давай, давай, оба. И вам там творческих успехов и прочее, блядь. Потом заберут.